Так, привет, друзья. У нас прохождение классной игры Far Cry 3. Нам сейчас... И давайте сразу планчик небольшой себе тут устроим. Значит, нам необходимо к Медузе сейчас по-быстрому сгонять. Во, надури. Потом... Здесь открытая местность, интересно. Здесь акулы водятся. А, затем... Сейчас посмотрим, блин, по арсеналу. Можно-то. Я это знаю все. А, по навыкам у нас мы будем. У нас пока их ноль. Мы будем смотреть, что, во-первых, нам нужно для создания предметов. Вот. Значит, что у нас тут пишут? Ну, я имею в виду для вот этих рюкзаков. Вот чехлы для оружия. Значит, у нас здесь пишут, что. Прочный чехол. Этот чехол позволяет нам время носить 3 ствола. А почему 3, а 4, чё? Должно быть еще 4. Но здесь нужна шкура оленя. Ну вот к ним, к этому будем стремиться. А, вот. Больше патронов. Здесь нужно, необходима нам шкура кабана. Видимо, с каждым новым разом будет... С каждым, ну, последующим улучшением мы будем... Нам будут предлагаться новые чехлы и прочее, новые животные. Дальше. Гранатные сумки. Сейчас мы сразу посмотрим. Для кошелька, например, что-нибудь медицинское, бумажники. Вот, здесь нам нужно шкура свиньи. Итак, значит, итого у нас что? Мы, значит, должны найти кабана, свинью и, насколько я помню, оленя. Кабан, свинья, олень. А, подожди, еще нам нужно вот снадобья, медицинские препараты. Во, медицинская сумка. Свинья, опять же. Ну, то есть свиньи, кабаны, олени. Типичный скот. Ух ты, ё-моё. Маги. Ну, это круто. Так, секунду. Так, это у нас тут машинки пишут. Что-то я не почитал. Стоп, это что было? Как обернуться-то? Просмотрел обучение. Что-то я мышкой... Ладно. Так, ну что же, по-быстрому сейчас к Медузе. Зов Медузы наше, по-моему, задание, что не знаю, как называется, но нам нужно сейчас ехать к какому-то там кораблю, на котором расположились пираты. Ну, сейчас нам дадут задание. Самое главное не упасть в воду. Но мне туда поехал, согласен. Так, ну здесь сюрпризов, надеюсь, у нас не будет, блин. Как тут заехать-то? Приехали. Ну, толкнуть как? Ща. Садиться можно? Давай, 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 я сейчас вырулю. Ну, чё, вообще никак, что ли? О, всё, поехал. Я просто думал, здесь заехать можно. Блин, а чё, тут вообще, что ли, никак? Тут, походу, вообще даже дорожки даже нет. Да вообще хрен его знает. Ну, здесь-то... Но тут камни мешают проехать. Давайте сейчас попробуем еще разочек. По-быстренькому. Да ёб твою дивизию. Вот своеобразный вездеход, наверное. Вроде еще не дымится, как ни странно. Ладно. Наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Да ёб. Ты вовремя сказал. Так. Тихо убивайте патруль. Ну, ты вообще джейс... Ой, как тебя? Ты, конечно, вовремя сказал вообще. У-у-у, походу я провалил задание, да? Да. Ну, это бред, ребят. Ну, вы видели сами все. Я подъехал, он поздно сказал. Надо было раньше говорить.
дебил. Здесь наверняка полно пиратов, стоит оглядеться. Все, погнали потихоньку. Так, глушителя нет, поэтому будем использовать ближний бой. А, точно, про фотоаппарат-то я забыл. Так, ну что же. Предлагаю сначала осмотреться. Я имею в виду фотоаппаратом. Посмотрите, цель вставать. Так, Джейсон, разберись с пиратами. Да разберемся, не ссы. Не ссы, ёпт. Йоу. Так. Сейчас будем осматривать их всех. Раз, один. Нам вообще туда нужно. Давайте это уберем на всякий случай. Как свинья тут потею. Там, по-моему, еще кто-то есть. Нет? Если да, то это будет пипец. А, подожди, у нас же камешек есть. Что за? До свидания, господин. Так. Сейчас посмотрим, что он. $5. Ну, это бред. Так. Вроде бы никого больше нет. А, вон еще. Смотрите-ка. Упает желтый какой-то. Ага, надо добыть данные. Ну, хорошо. Сейчас добьем. Добудем данные. Блин, а что, их два человека, что ли? По-любому, на той стороне, либо вот на нем. Кто-нибудь есть. Камешек пока не буду я. Так. Будем ближним боем их мочить. Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Надеюсь, он не увидит. Тихо. Жарко. Он меня не видит. Давайте не будем вниз. Хотя чё? Раз и все. Дальность хорошая у этого ближнего боя, ну. Радиус действия, скажем так. Почему-то он его не обобрал. Может, баг какой-то. Так, ну этого что-то надо посмотреть. У него какие-то данные есть? Вот. Ключ. То есть, видимо, тут еще кто-то есть. Но я пока никого не вижу. Так, хорошо. Бочки здесь, но бочки нам по-любому не нужны. Вот еще одни чувачки. И вот там, по-моему, наверху, да? Не, кажется. Кажется. Ага. Ну так, предлагаю мочить сначала. Так, как он называется-то? Загораживает. Ну, в общем, обычного штурмовичка. Они по двое ходят. Там желтый, значит, там еще один красный есть. Так, ну чё, этот занят. А, нет, он освободился. Ну, если пипец, если они ко мне вдвоем сейчас подойдут. Раная жара. Звук идет слева, такое ощущение. Кто-то тут рядом находится. Так, вот этого. Вот это наш шанс. По сути, шот. Он. Шот словно огнем, когда я писаю. Надо было взять резинку. Пипец, я думал, сейчас ко мне пойдет. А, ладно. Минус один еще. Ну, в принципе, пока что ничего сложного. У нас не возникает никаких трудностей. Так. Ну, я говорю, они по двое ходят, видимо. Как вы видите, один. Где-то тут еще охранник должен быть. Ну, где же он? Либо он один здесь. Ну, жара, блин. Лучше пристрелите меня. Так, он начал меня потихоньку палить. Но...
Ничего, я скрылся. Да, он, походу, здесь один. Мне... А, нет, хрен вам, вон еще один стоит. Но он тоже сваривает что-то там. Так, значит, идем. Тихо идем, не хочу торопиться, а то мало ли реально я встану и они меня обнаружат. Ну, то есть по шагам услышат. Потому что такое уже было. Я спрыгнул с какой-то небольшого выступа. С крыши вообще. С крыши аванпоста. Там, при захвате аванпоста. С крыши этого магазинчика. И меня услышали. Но благо он там один был. И я был не обнаружен. Ну что, ждем. Или можно даже подойти. Не-не-не, будем ждать. А, пока он подойдет сюда обратно. Ну, скоро он там. Мне тут скучно уже. Так, ему скучно. Ну, сейчас мы ему устроим веселье. Отрежем ему что-нибудь. Чтоб не повадно. Ёб твою. Пипец, еду. Капец. Кто-то обернулся, видели, да? Сраные повстанцы. Подавитесь этой дырой. Свидание. Не успел. Надеюсь, это все. Все, выполнил задание. Хоть он мне и запалил. Так, теперь проникните в руку медузы. Ва! Наверх. По-любому. Ну, ёб, хотел сказать, не завалим это задание. А чё ты так нагибаешься ты сильно, когда прыгаешь? На эту ступ. О! Шикарно. Всё, давай. Ключ-то. Для чего тебе нужен был? О! Бронежилет надели, да, походу? Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи! Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На медузе кто-то поднял тревогу! Кричи! Я всех перебил, блин. Вы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Аптечка. Я готов. Сейчас или никогда. Да готов, конечно. Да это они лохи. Так. Так по-любому выходить надо. Сколько тут ценностей-то, а? Сундуков. Вот один, например, 32 доллара. Так, а в чем смысл? А, можно изменить сложность игры, это самое. Куда там заходить-то? Настройки. Игровой процесс, наверное. Нет, блин, я прослушал. В начатка с это сохранить настройки, путеводитель. Ну, наверное, где-то тут в настройках. Блях ты мух, игровой процесс. Это, ёп, еще что такое? Блин. Ну, ёп. Блин, я... Зачем? Ой, нет. Отказаться от миссии, сохранить... Вот я просмотрел, ну вот молодец я, да, путеводитель. Ну ладно, потом на записи посмотрю, куда там нажимать. Ну, в принципе, тут смотри, настройки, ну, по-любому. А куда дальше изображение? Вряд ли, не то качество видео, по-любому, управление. Да где угодно, может быть, даже в звуке-то точно нет. А, вот, сложность. Давайте средняя. Выживший, да, отлично. Ну? Так, а у нас гранатки-то есть? Две всего. Будем вот так вот очередями стрелять. Все, запалили, гады. Какой-то я открытый даже, я бы сказал, лестница. Да, быстро мне не мочится. Может даже посложнее уровень поставить, какой-нибудь сложный. Как я помню, в Dead Space поставил.
второй части, блин. Тут же сдох. Ну, привык уже, что монстры громотные такие крутые. А вот, нам пишут, 10 хп нам дают. Когда убиваем кого-либо. Ну, сейчас калаш попробуем. Так. Блин, точно, забыл, надо пометить их. Да что ж ты делаешь-то? Что со звуком? Опять что ли у меня глюки какие-то? Да вот высовываете вы, когда я убираю препарат. Вы кому позируете-то? Позировать-то мне нужно. Когда я вас снимаю. Первый, да? Ну где вот, где еще? Так, ладно, тут почка была, надо было сейчас взорвать. Все, наверное, да? Эй, Деннис, я напал на медузу. Патрон пираты мало. Сообщили с... Джейсон, вас хочет нас убить. Некогда говорить. Встретимся у Аманаки. Ты нам нужен. Ёпта, че это здоровья так много? Поговорим с Деннисом. Сейчас мы обберем их. Осмотрим. Сколько у нас там? $718. Обращаемся к карте, естественно. Куда же без карты-то? Вот сюда нам. Тут можно выполнить, в принципе, быстрое перемещение, что я и сделаю. Перед этим сейчас осмотрим тогда контейнеры. Уж. Так, это где-то наверху там. Скоты. А, они, походу, все наверху. Ну да ладно. И тут тоже наверху, видимо. Ну ладно. Ну тут-то точно внизу. Давайте погнали тогда. Где он тут? Вот он, Деннис. Окей, конечно, перемещаемся. Нам нужно поговорить. Сейчас он нам даст очередное задание компании. Но я также хочу выполнить какие-нибудь... Что-то по части. По дополнительной части. Ибо просто дополнительные задания, либо вышки, аванпосты, испытания и прочие боеприпасы. А, покупка боеприпасов. А, все будет шикарно, что я могу сказать. Нам еще нужно, знаете что, шкуры, во, не забыть. Вот он. Говори. Так, ощущение, в туалет хочет. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ПБ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васа. Легче убить. Сделаю. А, я сделаю. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Да понял. Ладно. Я. Давай, пошли. Удачи. Да, удачи не помешает. Так, отлично, смотрим куда... А, ну сейчас нам покажут цель. А, отправляйте в лесной поселок. На туре. О, ну как раз, слушайте, да. Ну, сейчас тут испытание у нас. Давайте поедем. Гонки можно. Так, а нам, не забываем, нужен олень. Это кто, олень? Нет. На козлон какой-то похож. Блин, как... Не видно, не видно. Так, свинья. Ну, в этом направлении, в общем. Давайте, отправляемся сюда. Захватим... План мой какой, конечно, может ошибаться. Значит, аванпост, вышка, испытание. Ну, либо здесь шкура, если будет, то, конечно, сорвем шкуру со зверяков. И потом уже к нашему заданию компании. Так, это проверить меткость, я так понимаю. Все, выходим. Здесь по-любому должна быть машина. Вышку, безусловно, надо... Блин, машины нет, ни хрена, капец. Ну и что мне теперь делать? Блин, ну еб твою, вы что, офигели, что ли? А где же я тачку-то возьму? Не, ну это пипец. Ну ладно.
Я хочу отвыкнуть от этого слова. Вот. Вот квадроцикл вообще шикарно. Такой миниатюрненький, шикарненький здесь. Квадроцикл, почитаем. Что-то квадроциклы завезли на остров для развлечения. Пираты же любят экстремальный отдых, как персы, тахасцы и жители Нью-Джерси. Читать. Бронежилет нам половину уже снесли. Что, вводим к аванпосту? Я уже вижу, как он дымится. В смысле, там костер дымится. О, мы уже приехали. Нормально. Будем зачищать тихо. Естественно. Пока у нас нет никакой снайперской винтовки с глушителем. Либо просто снайперской винтовки. Ну, конечно, лучше с глушителем. Либо там гранатомета, я не знаю. Будем зачищать так. F с помощью ножа. Так. Там... Ёб твой, это еще кто такой? Леопард? А, тигр. Так. Ё-моё. Ну что же. Лесной поселок-то мы отправимся. Так, а мы... Как там, подкат делать? Сейчас посмотрим с этой стороны, потому что я не думаю, что тут три человека всего. Но если три человека, пипец, как... Блин, капец какой-то. Немного бредово. Три человека охраняют аванпост. Ну, может, с каждым разом... людей на аванпостах будет становиться все больше и больше. Блин, самое главное, не спалил. Я просто так открыто иду. Ну как же еще там? А тигра я не могу выпустить, потому что когда я начну стрелять, они, боюсь, меня спалят. Откуда я палю? Откуда я стреляю? Это реально ты сейчас сдохнешь. Ёпарасы ты. Боже! Давай иди, иди к ним. Блин, он вообще появился у меня на глазах. Я ничего не делал. Кажется, его сожрали. Сейчас к этому незаметно подойдем. Тигр, мочи его. Все, я зачистил. Спасибо. Ну, можно и так, в принципе. Отлично, теперь у нас доступно быстрое перемещение. Тигр куда-то делся. Нам шкура тигра... Опа, СВД. Ну, не знаю, не знаю. Ну, давайте. Давайте возьмем. Быстренько в магаз. А, нет, подождите. Нам также еще надо глянуть, значит, что основное у нас по созданию предметов. Это еще раз сейчас напомню. Свинья. Рюкзак пока не нужен. Медицинская сумка. Медицинская сумка. Тоже свинья, свинья. Ну, пока давайте остановимся на... три ствола. Шкура оленя. А по боеприпасам мне бы для... Ну, во, патронажи. Кабан. Запасные патроны для различного огнестрельного оружия. Запасные. Ну, то есть больше патрон будет. Я так понимаю, да? Я надеюсь, я правильно понимаю в натуре. Извините. Свинья, кабан. Свинья, кабан. Ага. Ну, давайте свинью, кабана искать. Все, сейчас, значит, с СВД... А, да, ну, патрон для СВД, наверное, надо пополнить. Так, вот, магазик, магазинчик. Боеприпасы пополняем. Также не забываем про гранатные сумки. Все, по-моему, мы тихо захватили аванпост, насколько я знаю. У нас же, кстати, очко навыков появилось, наверное. Да, три целых. Итак...
Здесь у нас, будьте точнее, стрелять навскидку. Убийство сверху. Здесь у нас нажмите левый shift, чтобы перекрестие прицел стал неподвижен два раза дольше при стрельбе из оружия с оптическим прицелом. Пока у нас нет таких оружий, кроме СВД, но СВД, сколько я знаю, скорострельный, нам это не нужно. В основном это для болтовок нужно. Здесь у нас на 50% повреждения взрывчатки. Ячейки здоровья генерируются на 50% быстрее. Это круто. Здесь у нас вы сможете быстрее спрятать тело. Нажмите. Чё-то пока ничего интересного. Ну, давайте, по-любому, надо что-то качать, потому что, чтобы продвигаться дальше. Вот, например, что нас здесь интересует? Ну, давайте вот... давайте, ну, да, сейчас, секунду. Акула, что у нас здесь? Качнем, например... так, это качать. Почему это закрыто? Завершите больше миссий. А, то есть, ну, кампанию нужно больше совершать. Во, держите R, чтобы перезарядку оружия на бегу. Поэтому давайте, как это, купить. Так, нажмите F. Быстро нажмите и удерживайте S, чтобы начать тащить. Ага, дальше. Пустить. А, ну ладно, круто. Теперь берем это. Перезарядка на бегу. Тут даже обучать нечего. И последний качнем куда-нибудь вот сюда. Это пока не открыто. Все. Очку навыка мы распределили. Теперь у нас татуировочка. Прожглась татуировка. Господа, я вас машинку-то одолжу. Дополнительные задания пока не будем выполнять. Нас сейчас интересует прежде всего вот эта вышечка. Отправляемся через прекраснейшие просторы джунглей этой игры. Этой не менее прекрасной игры. Так. У нас же еще нужно для инъекторов. А я не знаю, у нас на карте не отображается, что это за цветок, поэтому не буду пока срывать. Нам нужны зеленые листья для... Так, это наши. Нам нужны зеленые листья для... Вон, вышка. Для создания инъекторов. Чувствую, нам они пригодятся. Прям здесь за это самое... Запрыгиваем. Заезжаем. Куда же ты едешь? Точнее, куда это я повернул? Что, здесь охраны нет? Круто. Туда нам надо куда-то. Так, это все наши, братва. Сейчас пивка жахнем с ними. Но перед этим... Так, посмотрим на них свысока. Предлагаю пока взять... Я выбрал эту штурмовую винтовку, потому что я ее купил. Ой, я ее... На нее потратил деньги. 300... Сколько это там... долларов, я в тот раз ошибся. Я подумал, я 600 потратил на прицел, там 300-ка оказывается. Вот. То есть я вложил деньги в нее. Ну, то есть она должна послужить мне. Самое главное не улететь. Исследовать вот этим подсказкам, когда нажимать пробел. Далее вот сюда. А, нет, с этой стороны, видимо, да? Все, даже никакую... Ничего не надо нажимать, сам по лестнице лезет, молодец. Какой прекрасный вид, солнышко светит. А вот эти вот блики от солнца, это, конечно, неправда. В жизни такого нет. Островок с аванпостом, круто. Вот там даже вышка какая-то. Вот, это только на камере такие блики есть. О, как все мутно-то. Да, ну, с такой винтовкой... Конечно же. Не знаю, не знаю. Только с вышки отстреливать. Все, давай уже быстрей. Так. Раз, раз. И все. Сейчас посмотрим, что нам дадут. О, холм. Вот просто потрясающий там обзор. Я там посидел тогда.
Это, наверное, то место, куда нужно идти. Ну, тут еще какой-то. Правда, не пишут, что это. В четвертой части пишут, что это всякие за места, а здесь нет. Ну и в какую сторону нам предлагают? А, ну да, карта-то открыта. Сколько там? 3 из 18 вышек. Еще работать и работать. Так, о! Вы зацените. А, подожди, нам козел-то не нужен. Это кто? Блин, ну тут даже не пишут, кто это. Ёпарас, это птичка какая-то. Нам нужен олень. Вот он здесь. Даже быстрого перемещения рядом-то практически нет, к сожалению. Вот. Олень. Надо было вот здесь. Да, здесь. Озеро.